Здорово, мать. Ух. Блять. А разум, блять, не ори. Ебало харкнуло, алё. Я вообще проебала. Дальше. Блять, она мне в... Блять, она мне в ебало харкнула, алё. Дальше идем. Принимал ли ты наркотики? Нет, не принимал. Наркотики запрещены и на Твиче, и в жизни, блядь. Наркотики нельзя принимать. Можешь сказать ББ в чат, пожалуйста? Ага. ББ в чат. ББ? Так и сказать ББ в чат? Да, ББ. Пожалуйста, ББ в чат. Рядом птица, ребят, тоже. Тебя забили. Да, хитрый. Кушай. Блять, я не могу, его улыбка меня пугает, блять. Как будто он какой-то педофил-извращенец, я не знаю. Хочешь мой леденец? Блять, сука. Показать вагину сейчас? Не бать, корабль шатает, пиздолёт. Ой, дырочки. Сука, ещё донат залетел. Ёбаный рот, блядь. Ой, дырочки. О, привет, Богомол. Блядь. Хай, чё ты там делаешь, блядь? Плестись под стопа, дурак. Открывай лайфхак, короче, кожа на икрах. Она такая же мягкая, как сиськи. Если у вас девушки не было, можете икру хуярить, как будто сиськи трогаете. Блин, Влад. Что ты сегодня употреблял? Можно просто узнать? Не, а чё, блядь? Ну, надо же как-то из ситуации выходить, ну. Пускай парса. Вася ворон. Блядь. Вася, блядь. Она прыснула, блядь. Блядь, Вася, тебе по 30 лет, блядь, ты что делаешь? Чтобы вы понимали, как это нерсти выглядит. Вася, 30 годиков почти. Да, уведомление разослала. Hello, old chum. I'm not a gnolf. I'm not a gnoblin. Забись, игруха. А? I'm a gnome, and you've been gnomed! Чего? Ой, прикольно, где? Мне еще чатик видели? Человек аж пасту приготовил, вы чё, блин? Это чё было? Что ему 15? Я это поняла еще, когда мы шли... Блядь, после чего это было? После прошлогоднего стримфеста или после грами... Да, после стримфеста, по-моему, мы поехали к нам. Мы шли из магазина. Ночь, блядь. Темно, никого на улице нет, и Вася врубает... Чё он врубал? Я считаю деньги на столе, ведь где-то тлеет мой косяк. Мы такие, блядь, Вася, перестань молодиться, пожалуйста, блядь, не позорь. Пранк? Вася, блядь, ворон. А, у меня нормально? Да, мне просто тоже говорили, что у меня плохой микрофон. Охуенный сервер, охуенный. А это нормально? Да, это норма. Кто это? What the fuck? На если... Вадик. Хана тебе, хана тебе. Лучше сейчас уезжай, хана тебе. Давай за ним, топи за ним, Хана тебе. Пока молодой, Пизда тебе, останавливайся. Вернусь в гонки. Давай, давай, можно у меня задним есть пушка, сейчас я ему голову прострелю. Слышь, полководец, пизда тебе. Вечно молодой. Ты нужна до рассвета, чё ты потом пойдем гулять, ведь нам нет чего терять. Ну, что он не подпевал Лизеру. Там оторвю, как это было год назад. На дискотеке все танцуем, кентам, зоны глаза. Там оторвю. Только ты не забывай, как я любил тебя. Мне похуй. Главное, в ловушку не угодил. Блять. Блять, ну сам...
забудь, любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Там что, такие слова? А можно к вам? Внутрь, да. Нет? Реально? Реально. А, ну ладно. Хорошего дня вам. Хочу сказать, у тебя классная грудь. Да, хорошо, не? Извините, а можно собаку погладить? А, она не даст, да? Ну ладно. Так-то люди тоже думали, что я не даю, а Серёжа дала, он вообще изи. Сразу. Это просто правильный подход нужен. Вот это трасса, блядь. Смотрела весь артишный лом. Ну, нет, вот, не смотрела, вот, скинешь? Блядь, ну вообще. Так что, Джозу, стоит посмотреть или просто... Хуя, я не хочу его смотреть, но Максим, если бы сидел тут, он бы сказал... Да! Мы сегодня поженились, вот сегодня у нас развод, блядь, все пиздуй. О, заебись, только ты пиздуешь, мать. Ты пиздуешь, блядь! Давай. Шуки в нарезке типа игры слов. Да я ваш рот бомбил! Блять, у меня слюна. Я подумала, что справа кто-то стоит и передёрнуло. Бля, это мои волосы были вообще. Вот так вот у меня, короче, волосочек перед глазом был. Блять. Да можно ссылочку скину. В личку отвечал, может. Пиздец. Я слюда нахуй потекла, блядь. Вы же видели, блядь, меня дернуло? Серёж, ты вообще. Я реально. Если парню не нравится что-то тебе, это его проблема. Я думаю, что если бы Серёж что-то во мне не нравилось, особенно мои губы, то. Блять, мои бы губки не были на его залупке! Блять. Блин, ёбаный урод. Не понимаю. Так чупик, а потом жвачка. Это самое охуенное. Ну так это, да, а просто для так девочек, и жвачка, и жвачка. Придумали. А, да. Кстати, я вот считаю, что сосать чупа-чупсы это женское дело, но... Но я сам сосу чупа-чупсы. А еще, если вы меня спросите, почему я так делаю, я сосу чупа-чупсы, потому что имею право. Вот так. Блять, я горю, ёбаный в рот! Потушите меня, это музыка, огонь, блядь! Кайф. Хорош! Ты ебанушка, ты серому фотоаппарат прострелил! Пиздоболка, я таких людей просто знаю, она хитро выебанная пиздоболка, особенно вот этот вот взгляд. Сука. Лучше кот на депозит 100%, Андрей. Блядь, свайпните, кстати, сторис, пожалуйста. Ну, где с промокодом? Ладно, я просто обратно. А что, джиджибет меня басут. А, прям у этой двери, короче, у выхода. Крышки будут мне платить, блядь. Блядь. Ёбаный кринж. Тупо два стримера. Потом я туда пойду, чё. Так, пацаны, держите, теперь я пошёл. Боже мой, себе я могу говорить. Еще один. Фу, блядь. Кики! А это что-то называется вот коротко, блядь, а контент на Твиче.